Алло. Видел уже практически лежачего убитого на месте. Происшествие, которое произошло 8 часов 20 минут. Потерпевший уже вам известно кто. Это депутат Государственной Думы по должностному положению, как человек, проживающий гражданин вот в этом доме. Как обычно, выгуливал сегодня собачку. Ну и по нашим чисто профессиональным оценкам, его ожидал киллер и расстрелял в кустах, как только он вышел туда на прогулку в лесопарковую зону. Сейчас создана следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело по убийству. Рассматриваем те же самые версии, о которых Владимир Васильевич сказал, то есть версию его бывших отношений по прежним службам в Челябинске, возможные отношения со статусу депутата. Есть третьи личные его некоторые бытового характера, личностного поведения вопросы, которые также нами рассматриваются. Не знаю, вот что.